Всем привет! Продолжаем ежедневные обзоры. Сегодня 3 марта. Так себе день по астрологии, потому что у нас Луна в ядовитом для себя знаке Скорпиона. Она в оппозиции к Урану, она в квадрате к Сатурну. Это говорит о том, что день может у многих, скажем так, пройти непросто. Особое внимание надо уделить проблемам с гаджетами, потому что что-то может подвисать, в самый неподходящий момент начнет обновляться, лампочка начнет мигать и тому подобные вещи. То есть всякие проблемы, связанные с электроникой. А квадрат Сатурн говорит, что сегодня оформление официальных документов может пойти наперекосяк. Что-то там забыли поставить, отметить, отправить и тому подобные вещи. Надо отнестись к этому, скажем так, снисходительней. Есть вещи, конечно, которые сегодня будут хороши. Луна в Свате, она любит бизнес. А это деловые контакты, вообще бизнес какие-то процессы и перемещения. Вот то, что сегодня может покатить. Но все-таки помним, что Луна в Скорпионе, в ядовитом для себя знаке, и вспоминаем определение ядов. Все является ядом и не является ядом в зависимости от дозировки. Проще говоря, умеренность – ключевая тема сегодняшнего дня. Будьте умерены, и день может пройти для вас более, скажем так, легко. Еще это 20-е лунные сутки. Считаются самым мистическим днем в лунном календаре, день Орла. И здесь, из моей практики, он реально важен для матерых таких эзотериков, им стоит прислушиваться к знакам судьбы. Для всех остальных это на самом деле обычный такой день. Вот такие вот дела. Всем удачи, подписывайтесь.